Сегодня очередная встреча кружка материалистической диалектики. И сегодня, в связи с тем, что нам надо осуществить то, что мы задумали, начать рассмотрение материалистической составляющей с раздела действительности, нам надо к этой действительности хорошенько подойти, подготовиться и понять, ну, приблизительно там первое, что мы там можем сказать об этой действительности. Так вот, чтобы до нее дойти, до этой действительности, приходится, ну, как известно, несколько отступать для того, чтобы понять вообще, откуда эта действительность берется. Для того, чтобы то, о чем мы говорили, что действительность есть единство сущности со своим явлением, единство сущности и существования, понять, откуда это берется, чтобы в дальнейшем, когда мы будем материалистически рассматривать учение о понятии, как бы твердо на этом стоять. Поэтому может показаться, что мы как бы все немножечко отступаем, но мы, так сказать, ненадолго, для того, чтобы понять, откуда это движение берется. Что касается учения о бытии, вроде бы мы договорились о том, что все понятно, в том плане, что если мы берем учение о бытии и вообще материалистически трактуем науку логики Гегеля как развитие материи, и берем начало как чистое бытие, рассматриваем это как материю. Что касается учения о бытии, сложности не возникает. Ну, у кого-то, конечно, они возникают, и, наверное, не все там так просто, и надо там поработать, и стоит, наверное, хорошенько прочитать раздел «Мера», особенно последние разделы, там, где говорится об узловой линии отношения меры, о скачках, об индифференции, для того, чтобы подойти еще и к сущности. Но это сделать можно и самостоятельно, и сложного там ничего особого такого нет, хотя надо над этим посидеть. И, наверное, мы к этому тоже как-нибудь вернемся. Но сейчас что хотел сказать. Действительность, с которой мы договорились начинать, это еще сущность, но уже почти понятие. Так вот, поскольку это еще раздел относится к сфере сущности, нам надо понять, как сущность приходит к действительности. Потому что действительность – это сущность, единая со своим явлением. И нам надо понять, что такое явление, и примерно представлять себе, как движется сущность. Как материалистически развивается раздел сущности и как эти категории материалистически трактовать. Поэтому сегодня как раз займемся вот самым началом учения о сущности. То, что у многих вызывает сложности, ну, это нормально, потому что здесь как бы движение совершается неким другим образом, нежели чем в бытии. С чего начинается сущность? Вот бытие углубляется в сущность. И что первое мы получаем в сущности? Вот начинаем рассматривать сущность. До рефлексии. Видимость. Ну вот как получается видимость? Значит, тут тоже к этому готовился. И я, наверное, предпочту не пересказывать Гегеля своими словами, а предлагаю всем открыть вот на 351 странице вот эту книгу, да, и немножко почитать, буквально так отрывочно, и, ну, какие-то пояснения буду давать. Сущность, происходя из бытия, кажется противостоящей последнему, это непосредственное бытие, есть ближайшим образом несущественное. Вроде бы несложно. Вот это вот первая глава, видимость до А, существенное, несущественное. То есть вот этот вот маленький планчик. У Гегеля вообще так устроена книга, что когда он начинает рассматривать какой-то раздел, какую-то главу, он сначала дает небольшой план, в котором кратенько-кратенько все написано, а потом уже потом А, Б, С, то есть тезис, антитезис, синтезис, дается развернутое объяснение о том, как это происходит. Очень-очень подробно. Ну, одно предложение.
Сущность, происходя из бытия, кажется противостоящей последнему. Это непосредственное бытие есть ближайшим образом несущественное. О чем тут говорится? Бытие углубляется в сущность. Мы начинаем рассматривать сущность. И первое, что мы получаем в рассмотрении – бытие и сущность. То есть тут еще далеко, ну, как относительно далеко до рефлексии, и это еще невидимость. Вот бытие в этой паре, бытие и сущность, вот на этом этапе рассмотрения. Несущественное. А что за непосредственное бытие? Что-то не могу понять. Ну, вот то, что противостоит сущности, это бытие. Соответственно, оно, как я понимаю, это не сущность, то есть, одним словом, несущественное. Только верно? Нет, тут противостоит сущность бытию. Да. Ну вот, и вот это вот. И тут дальше идет. Это непосредственно бытие. Вот есть. Бытие, которое, которому противостоит. Сначала ответ на этот вопрос. Uh-huh. Это еще невидимость. Да. И это... несущественное – это еще не сущность. То есть тут. Да, А этот вопрос. Сущность, происходя из бытия, кажется противостоящей последнему. Ну правильно? Сущность противостоит бытию, uh-huh. То есть бытие. Углубляется, мы получаем сущность. Сущность противостоит бытию. И даже написано такое слово, как «кажется». Это непосредственное бытие есть ближайшим образом несущественное. То есть все-таки и про сущность идет речь? Что... Разговор идет и про сущность, и про бытие. А непосредственное бытие – это все вместе, что ли? Это непосредственное бытие есть ближайшим образом несущественное. Ну, получилась пара. Бытие, из которого происходит сущность, и сущность. Угу. Вот бытие здесь несущественное. Ну, понятное дело, что то, что соответствует сущности, это будет существенное. Угу. И мы можем дальше забежать, вот касаемо вопроса, который Вячеслав Михайлович задал. Пункт А. Существенное и несущественное. Что здесь написано? Сущность есть снятое бытие. Сущность есть снятое бытие. Это знаем, уже отскакивает от зубов. Здесь как бы вопросов никаких не возникает. Далее. Она есть отрицание сферы бытия вообще. Да. Тоже понятно. Да. Далее. Сущность есть в этом определении сущее. Что такое сущее? Ну, то, что дано непосредственно. То есть, как бы... Не там, а вот здесь, вот она сущая, вот она есть. Потому что мы рассматриваем сущность, она как бы как сущая, да, она там. Не где-то она там опосредованно чем-то, а вот она есть, сущность. Но в то же самое время и не есть, поскольку это как бы все-таки отрицание, но это чуть дальше. Бытие есть некоторое отрицательное лишь по отношению к сущности. Бытие есть некоторое отрицательное лишь по отношению к сущности. Лишь по отношению к сущности. То есть, бытие вообще это категория утвердительная, положительная. А по отношению к сущности она отрицательная. Потому что если мы пришли уже к сущности, то бытие тогда это вот не сущность. Вот здесь вот уже не сущность. Далее. Бытие и сущность таким образом снова относятся между собой, как другие вообще. Ибо... И то, и другая обладает некоторым бытием, некоторой непосредственностью, безразличными друг к другу и имеет одинаковую ценность со стороны этого бытия. О чем тут разговор? О том, что бытие и сущность соотносятся в этом месте друг с другом, как нечто и иное. Бытие есть некоторое отрицательное лишь по отношению к сущности. Бытие и сущность таким образом интересно, снова относятся между собой, как другие вообще. У него другие, кстати, курсивом. Да. А дальше смотри, написано. Ибо и то, и другая обладают некоторым бытием. Угу. Запятая. Некоторой непосредственностью. Ну, то есть, они в этом плане равны между собой. Ну, да, можно так сказать. Mm-hmm. Безразличными друг к другу имеют одинаковую ценность со стороны этого бытия. То есть, они относятся
если можно так сказать, аналогично, как нечто и иное. Это то самое первое? Вот, да, вот то, что, что вот то про сравнение, которое мы приводили с нечто иным, можно применить здесь, учитывая, что все-таки это не те категории, которые были там непосредственные, а уже как бы применение тех категорий к вот этому месту. Да. Далее. Но вместе с тем, бытие противоположно сущности, есть несущественное. Сущность есть, собственно говоря, не сущность, а лишь некоторое другим образом определенное наличное бытие. Существенное. То есть, бытие отрицается сущностью, сущностью отрицается бытие. Они выступают друг к другу, по отношению друг к другу, как два наличных бытия, как нечто иное, но то, что соответствует бытию, есть несущественное, а то, что соответствует сущности, существенное. Ну, то есть, фактически мы любой из них можем назвать существенным, а другое будет несущественным. Да, правильно. И дальше Гегель об этом пишет несколько ниже. Оказывается неопределенным, что принадлежит к существенному и что к несущественному. Это различие создается каким-либо внешним соображением и рассуждением, и потому одно и то же содержание может быть рассматриваемо то как существенное, то как несущественное. И в самом конце. Бытие или наличное бытие тем самым сохранилось не как другое, чем сущность, и то непосредственное, которое еще отличается от сущности, есть не просто некоторое несущественное наличное бытие, но и само по себе ничтожное непосредственное, оно есть лишь некоторое не сущность. Видимость. Я не понимаю, что значит ничтожное непосредственное. Зачем слово... Ничтожное непосредственное? Вот да, то есть это... Ну, такое непосредственное, которое имеет отрицательный характер. А, в этом плане... Ничто. А, ничто, да. Я в бытовом плане воспринял это слово ничтожное, что типа... Да, в быту очень много встречаются таких слов, которые вот... Ну, что касается сферы бытия, вот ну, в последнее время замечаю, есть такое слово, называется слово «событие». Там есть... Событие. Там есть бытие. Или там прибытие, убытие. Да. Ладно, спасибо. Это вот кратенько то, что касается существенное и несущественное. Как появляется видимость? То есть то, что мы прочитали на 351 странице, вот в этом маленьком абзаце под словом «видимость». Ну и далее читаем. «Однако, оно, во-вторых, есть нечто большее, чем только несущественное. Оно есть бытие, лишенное сущности. Видимость». Это читаем про видимость на 353 странице. «Бытие есть видимость». То есть мы все уже зашли в сущность, вернее, бытие развилось до сущности. Двигаемся по категориям сферы сущности, видим, соотносим бытие с сущностью, понимаем, что одно существенное, другое несущественное. Но не только так, а еще и оба этих и существенные, и несущественные составляют видимость. И вот мы видим эту видимость. Видим видимость или кажемость. Далее. Видимость есть весь остаток, еще сохранившийся от сферы бытия. Да. Вроде понятно. Это уже где? А, 353. Далее идет тут размышление по поводу таких вещей, как скептицизм. Тоже очень полезно почитать. Да. Ну, насколько я понимаю то, что прочитал, то скептицизм имеете, ну, видимо, это вот что-то такое. То есть вот это имеется в виду скептицизм. Хотя тут есть примеры из Лейбница, из Канта.
тоже надо почитать, ну, для общего представления. И опять-таки это составляет все-таки основной текст науки логики. Ну, почитать очень интересно. Далее, на 354 странице. Непосредственность небытия есть как раз то, что составляет видимость. Но это небытие есть не что иное, как отрицательность сущности в ней самой. Бытие есть небытие в сущности. Его ничтожность в себе есть отрицательная природа самой сущности. Можно вопрос вот по да. этому? Вот как будто бы, чтобы сказать, что... Сейчас, что составляет видимость. Что видимость – это отрицательность сущности в ней самой. Как будто бы для того, чтобы это сказать, нам нужно ну, как-то прийти к снятию вот этого противоположности сущности и видимости. Потому что сейчас они у нас абсолютно будто бы внешне друг другу пока что, нет? Почему? Когда вот мы пришли к тому, что видимость в сущности есть? Или я вообще неправильно понимаю вот этот... Ну, как мы пришли к тому, что видимость в сущности, а где эта видимость находится? Ну, как будто бы у нас только что было, что они просто противостоят друг другу, ну и типа нам, в общем-то, все равно, что называть видимостью, а что сущностью. А вот тому, что видимость есть в сущности, сущность, видимо, в видимости, вот как будто бы вот это не было выведено. Или... Ну вот еще раз. Угу. Что такое видимость, понимаем. Да. Остаток бытия в сущности. Ну вот здесь вот в сущности. Ну а где же он? Ну вот мы пришли к сущности. Как будто бы он рядом был, просто рядом с сущностью. Нет? Ну как-то рядом. Тут же нет чего-то лежащего рядом. Тут одна категория выходит из другой. Просто когда мы дошли до... ну в принципе... Да, кстати, сущность же она выведена из... Бытия. Мы просто... Окей, значит, бытие внутри сущности есть. Ну ладно. Бытие есть внутри сущности... Угу. Бытие есть небытие в сущности. Ладно. То есть тут вот о чем этот важный момент, тут о чем разговор. В сфере бытия небытие – это отрицание бытия. Там небытие, принятое в бытие, так, что конкретное целое имеет форму бытия. А здесь… Бытие, принятое в небытие, угу. так что конкретное целое имеет форму небытия. Угу. То есть для того, чтобы для того, чтобы в сущности, и это важно, для того, чтобы в сущности что-то различать, угу. надо, как бы, так сказать, найти какую-то определенность, потому что как движется вообще в сфере бытия, развитие какое происходит. И это тоже сказано было много раз на кружке любителей гегельской диалектики, и у Гегеля это можно найти. Для того, чтобы что-то увидеть, надо либо черное осветлить, либо белое зачернить. Или в абсолютном свете точно так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. То есть для того, чтобы понять, как выглядит бытие и вообще что-то различать, надо найти отрицание. Вот. И встает вопрос, а как найти отрицание в сущности? Сущность, она сама отрицательная. Поэтому здесь получается, что бытие... Ну, да. Есть небытие в сущности. А вот занятие у нас противоречие. Там Михаил Васильевич говорил, вообще-то все равно, что брать положительным, что отрицательным, по сути. Ну, если, да, то есть здесь это можно применить. Так, да? Это можно применить здесь, но положительное и отрицательное будет Михаил там, где мы будем проходить разность, противоположность и противоречие. Там будет ряд категорий. Положительное и отрицательное,
Одинаковое, не одинаковое. Ну или какая сторона все. Похожее, не похожее. Не пользоваться словом положительно отрицательно. Просто сторона какая. Это та. Ну, и здесь имеет значение, какую сторону ты берешь за целое, ну, так сказать, за основное. На какой ты стороне? На какую ты сторону? Потому что если ты берешь бытие, то ты сразу же улетаешь в сферу бытия, и там начинается движение вот это через отрицание. И отрицание, и отрицание. Здесь тоже есть это движение, но с тем условием, что целое, то есть сущность, она сама отрицательная. И поэтому для того, чтобы понять эту сущность, увидеть, как она развивается, надо отрицать это отрицание. И отрицая это отрицание, мы получаем что? Отрицать отрицание, это да. Сущность. Нет, если мы отрицаем отрицание, что мы получаем? Утверждение. Утверждение или... Что то положительное или бытие. А, но если мы получаем бытие в сфере сущности, то это не сущность, это бытие. Значит, мы опять должны отрицать это бытие и таким образом двигаться. И это мы как бы чуть-чуть немножечко забежали вперед, но вот читаю дальше. Непосредственность, который определенность обладает видимости по отношению к сущности, есть рефлектированная непосредственность, которую представляет собой видимость. Бытие не как бытие, а лишь как определенность бытия в противоположность к опосредствованию. Бытие как момент. Здесь ничего не понятно. Уже хорошо. То есть бытие в сущности выступает как момент. Причем как самому сложен. Далее. Эти два момента. Ничтожность, но как устойчивое наличие. И бытие, но как момент. Или, иначе говоря, в себе сущая отрицательность и рефлектированная непосредственность, составляющие моменты видимости, суть стала быть моменты самой сущности. Какие моменты сущности есть? Ничтожность, но как устойчивое наличие. То есть, о чем говорится? Что сущность, она ничто, она имеет вид ничто. Но как устойчивое наличие, в том отношении, что мы все-таки сущности хотим рассмотреть сущность. То есть, мы постоянно бросаем на нее взгляд, но как только мы бросаем на него взгляд, оно сразу же не сущность. И это выражается следующим. И бытие, но как момент. Или, иначе говоря, в себе сущая отрицательность, то есть в себе сущая отрицательность – это вот сущность, и рефлектированная непосредственность. То есть непосредственность – это бытие, но рефлектированная. То есть отраженная, ну это опять забегая вперед про отражение, если рефлектированная, отраженная от той отрицательной, от той отрицательной непосредственности или ничтожности, как наличие бытия, то здесь как бы такая операция, она сложная такая, двухступенчатая. Есть что-то отрицательное, то есть сущность. Для того, чтобы в этой сущности что-то рассмотреть, надо отрицать эту сущность. И отрицая эту отрицательность, мы получаем опять бытие. Но поскольку мы получаем это бытие, нам надо его опять отрицать. И поэтому начинается вот то, что на следующей странице будет названо самодвижением. И вот в этом, вот во втором абзаце, 355-я страница, далее. Нет видимости бытия в сущности или видимости сущности в бытии. То, что вот Борис, ты перед этим сказал.
видимость внутри сущности не есть видимость некоторого другого, а она есть видимость в себе, видимость самой сущности. То есть вот сколько тут? Две странички, но сначала это вот это бытие предстало как видимость, как противостоящая сущности. Угу. Потом оно оказалось... А потом оказалось-то, что, опять-таки, оказалось, кажемость, видимость, оказалось, что это не так, а она есть видимость в себе, видимость самой сущности. И на 356 странице. В сфере бытия возникает в противоположность бытию, как непосредственному. Бытие в сфере бытия возникает в противоположность бытию, как непосредственному. Небытие равным образом, как непосредственное, и их истиной служит становление. Ну, понятно, в сфере бытия мы берем противоположность бытию, то есть ничто. Оно тоже непосредственное. И их истиной служит становление. То есть, когда мы изучаем... Становление, а не наличное бытие. Ну, потому что бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Есть движение возникновения, движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытие. А здесь не бытие написано, а не ничто. Ну, это можно считать, что это то же самое. Да? Ну, отрицание. Ну, не бытие, типа. Не бытие. То, что друг, ну, типа. Это погрешность перевода? Это возможно. Так. С одной стороны, а с другой стороны очень даже, раз ты обратил на это внимание. Просто не поймешь, когда придавать значение таким вещам. Когда... А вот я думаю, что тут никакого другого способа, чтобы это понять, кроме как много-много раз перечитать, нет. Потому что, я тебе уверяю, я точно так же сидел и не понимал, почему. Ну, то есть, а потом понял, что не понимаешь, но общий смысл-то понятен. Он же здесь вот в этом предложении пишет о том, что их истиной служит становление. Но мы же как бы на этой точке не останавливаемся, мы читаем дальше. В сфере сущности оказываются сначала противопоставленными сущность и несущественное. Ну, то есть сущность и то, что соответствует бытию в сфере сущности. Те остатки бытия, да? А затем сущность и видимость. То есть, первый шаг, второй шаг. То есть, сущность и видимость. Далее, несущественное и видимость, как остатки бытия. Но и то, и другая, равно как и отличие сущности от них, состоят ни в чем дальше, как в том, что сущность сначала берется как некоторое непосредственное. Не так, как она есть в себе, а именно – не как такая непосредственность, которая есть непосредственность как чистое опосредствование, или, иначе говоря, как абсолютная отрицательность. Угу. И сущность берется не так, как она должна браться как сущность. То есть она вообще непосредственно не дана. Да. Та первая непосредственность есть, следовательно, лишь определенность непосредственности. Снятие этой определенности сущности состоит поэтому ни в чем дальше, как вскрытие того обстоятельства, что несущественное есть лишь видимость, и что сущность содержит в самой себе видимость, как бесконечное движение внутри себя, которая определяет ее непосредственность как отрицательность, а ее отрицательность как непосредственность. И таким образом есть излучение своей видимости внутри самой себя. Сущность в этом своем самодвижении есть рефлексия. Ну, здесь, мне кажется, вот некоторое повторение чистого бытия и ничто,
что мы типа не можем задержаться типа взглядом ни на бытие, ни на ничто, они все время сваливаются друг в друга. И также, видимо, и здесь, если я правильно понимаю, что вот, вот это вот существенное и несущественное внутри сущности, они постоянно друг друга хлопаются. Или я... Тут несущественное и несущественное друг друга хлопаются. Здесь самодвижение осуществляется через то, что называется рефлексия. И рефлексия, то есть отражение, заключается в том, что это бесконечное движение. В сфере бытия ты можешь взять бытие, оно вот у тебя есть, и ты можешь на нем совершенно спокойно остановиться, не сомневаясь в том, что оно у тебя куда-то убежит. Это вот бытие. А в сущности ты не можешь взять сущность не можешь взять непосредственно, потому что ты, если ее взял мысленным взором, да? Да. Это сразу же не сущность. Ну вот как ничто, если оно как бы... типа мы на нее, ну типа ничто, значит ничего нет, а мы на него взглянули, значит оно уже что-то типа бытие. Ну да, ну ничто одно из определений бытия. Ну да. Но здесь-то нам надо, вот понимаете, сложность в том, что ты пытаешься оперировать категориями бытия, а здесь надо... оперировать категориями ничто. Да, хорошо. То есть здесь как бы вот эта вот абсолютная отрицательность, она откладывает очень такой существенный в данном случае отпечаток, что ты как бы можешь и будешь пытаться сделать то, что ты пытался сделать и делал в учении о бытии, но это будет неверно. Потому что бытие тебе здесь дано только как отрицание, отрицание. И то, когда ты это отрицание, отрицание фиксируешь, а ты сразу, вот тогда ты точно скатываешься в сферу бытия. И здесь же написано по поводу бытия, что бытие как момент. То есть оно здесь не как целое, да, а только как момент. То есть то, что не есть без другого, без чего оно не есть здесь. А вот без этой самой отрицательности, которую оно как момент отрицает. Угу. И вот эта вся конструкция, она называется рефлексия. То есть эта рефлексия, это вот именно некоторый аналог становления. В какой-то смысле, да, вот эти. Да, можно сказать, вот именно некоторый аналог. То есть в слове «не», который есть отрицание. И мы знаем, что такое аналог, что это вот как, что-то где-то как-то похоже, да. Ну, в то же самое время и не похоже. Да, тогда я понял. Если так проще воспринимать, тем более здесь есть слово «становление», оно здесь используется, то да. Так будет проще, и да, можно. Окей. В чем важность вообще вот того, что до чего вот сегодня мы дошли, и я думаю, что дальше по книге не пойдем, потому что это очень сложный материал, но что я хотел как бы на этом занятии сделать, рассказать. Мы, когда начнем с действительности, то вот движение, которое запланировали, самое такое большое, да, мы вот к нему как бы все подбираемся с разных сторон. Ну, эту работу надо проделать. Нам надо понимать, что такое рефлексия. Почему? Потому что, когда будем рассматривать законы явления, а до этого, когда мы будем рассматривать другие диалектические пары, там основание, основанное, форму и содержание, нам надо понимать, почему возникает вот эта вот вторая категория постоянно. И когда мы дойдем таки до действительности, когда мы будем говорить о том, о чем вот говорили на предыдущем занятии, о том, что это единство сущности и существования. То есть нам надо понять, как бы, что такое сущность хотя бы вот в самом начале, как бы вот общее ее определение, вот эти рефлективные определения. Чтобы понять, что такое существование, и выше, чтобы понять, что такое действительность. Потому что
общее движение, оно как бы его можно так изобразить. То есть бытие углубляется в сущность, и там идет вот это вот отрицательное, 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 до противоречия, противоречие уходит в основание, и там происходит вот этот, вот, так сказать, отскок, и начиная с основания, основанное вот это вот поднимается выше-выше, там закон, явление, являющийся мир, и это все достигает существования. И когда достигнем существования, это будет опять бытие. Движение в сущности вообще как оно выглядит, ну, если крупными мазками, да, бытие проникает в сущность, бытие есть рефлексия, сущность есть рефлексия, эта рефлексия через вот это отрицательное самодвижение достигает противоречия, противоречие разрешается, идет ко дну, погружается в основание, и от основания идет восхождение по категориям науки, логики уже вверх, и движение достигает существования. То есть заново возникает бытие в сфере сущности. Но уже не такое бытие, которое было в самом начале, которое мы исследовали сферу бытия, а бытие уже опосредственное всей сферы сущности. И оно дальше развивается. У нас получается единство сущности и явления, которое есть действительность. И вот изучать действительность без понимания, ну хотя бы общего, как идет движение в сфере сущности, будет очень сложно. Потому что многое будет непонятно. А дальше, когда будет разговор, ну там уже совсем далеко, если забежать, в субъективной логике, когда будут разбираться суждения, суждения умозаключения, там вообще эта рефлексия везде присутствует. Там вот когда там роза есть растение, то есть это как бы, ну, сразу же рефлексия получается, что роза есть растение. То есть оно как бы, можно же считать в эту сторону, то есть растение есть роза. Но не как, всякая роза есть растение, но не всякое растение есть роза. И там соотношение субъекта и предиката, оно вот строится как раз вот на этой рефлексии, о том, что не так берется, что как бы с одной стороны одно, а с другой стороны другое, которое не имеет никакого отношения к первому. А они как бы в некотором объеме, скажем так, это не совсем правильно так говорить, но в некотором объеме они в друг друга проникают. И вот это вот основано как раз на рефлексии. А уж тем более такие вещи, как форма и содержание, то, что здесь будет, что такое противоположность, надо взаимоисключающая рефлексия, то вот о чем задавался вопрос, на который так, ответ на него вроде как у нас был, не был дан, но это тоже вот очень важно для понимания. Угу. И еще что хотел сказать по поводу рефлексии, вот уже как, поскольку мы до нее дошли, я имею в виду, что мы не, на нашем кружке не разбирали. Да, естественно, кружок любителей гегельской диалектики крайне рекомендован всем вот для того, чтобы изучать это. Что касается рефлексии, отражения, что такое сознание? Отражение бытия. Свойство конституционного. В чем заключается это свойство? В отражении. Вот, в отражении. Да, в отражении материи. Или можно сказать себя, поскольку ничего другого, кроме как материи, как выясняется, нету. И, собственно, об этом-то я и хотел сказать. О материалистическом толковании науки логики. То есть, когда мы говорим о сфере бытия, представить себе вместо чистого бытия материю и вот пройти все эти категории, никакой сложности. Ну, вот там прям все понятно. Почему? Потому что еще нету отражения. А когда уже материя достигает рефлексии, то есть когда она уже обладает таким свойством, как отражение, вот тут начинается очень интересная ступень развития этой материи. И получается, что материя-то, она была еще и до сознания. Причем еще очень далеко до сознания, потому что нам до действительности, с которой мы договорились начинать, да, еще надо вот эту всю рефлексию пройти. Но имеется в виду не нам, а материи.
Ведь мы же изучаем эту книгу вот как целое, как движение материи. Движение, можно сказать, мы изучаем движение понятия. Потому что само движение материи мы не изучим, я так подозреваю. Ну почему? Само движение. А почему же? А потому что... Да. Да, да, да. Слова, это очень важно. Логика, слова, это очень важно. Логика, это логос, это слово. Ну, это как и слово, категория, понятие, это все логос. Движение было до всякой рефлексии еще. Движение было до рефлексии, да. И как? Осознание. А как? Вот оно вот так и было, вот это движение материи. Сначала бы как чистое бытие. Потом как чистое ничто. Потом как чистое бытие, переходящее в ничто. Как бытие, переходящее в ничто. Всегда было ничто. Все вместе включено одно в другое. Или именно началось так все с простого? Ну, вообще начинается все с простого. Как, ну, мы, а когда... что, начало в каком плане, если оно вечно? О, это вот было примечание Гегеля, непостижимость начала, по-моему, называлось. Ну, вот мы задаемся вопрос, бесконечна ли Вселенная? Это же неправильный вопрос. Материя бесконечна. Да, Вселенная может и не... Вселенная, то, что называется универсум на английском, есть материя. Да? Ну, а что? У нас ничего нет, кроме материи. У нас-то нет. А мы материя. И мы... Ну, под свет. И не у нас тоже только материя. Вообще, есть только материя. Это да. Я к этому и клоню, что так. Люди говорят про Вселенную, а не понимают, что речь-то идет о материи. Ну вот речь идет о материи. А в чем проблема изучать материю и движение этой материи по книге «Наука логики»? Открываешь и начинаешь. Вот нет, понимаешь, вопрос. То получается, что материя была. Когда-то, ну, если так можно сказать, просто чистым бытием. Это не была. Если ты говоришь, вот что была, непонятно. Значит, что это конечная. А если она бесконечная, то уже сфера для себя бытия. А конечная, вот то, что ты говоришь, процесс, это нам как конечная может все эти стадии проходить. Ну, как конечная. Но мы-то изучаем материю, как она есть. Если бы материя была чистым бытием, если бы материя была чистым бытием, то она бы была чем-то таким, в чем внутри нет чего, у чего внутри нет противоречия. А если у тебя внутри нет противоречия, то ты не можешь никуда двигаться, не можешь развиваться. А кстати, чистое бытие — это не истинная категория. Ну, тогда, вот, да, вот ты другими словами Вячеслав говоришь, Михайлович, вот немножко подумал, сначала скажет, что у меня сейчас закипит мозг, а на самом деле никуда он не закипит. Угу. Потому что когда ты говоришь чистое бытие, ты тут же говоришь про чистое ничто. Угу. А когда ты говоришь про ничто, оно есть, значит оно бытие. И даже здесь написано вот в учении о сущности, даже здесь, на 356 странице, их истиной служит становление. Угу. Что нет никакого бытия без ничто, и нет никакого ничто без бытия. А есть только их движение, возникновение, прихождение, то есть становление. А дальше, вот как сказал уже Константин, да и становление — это тоже, это все конечность. Это все как бы все, конец, приплыли. А на самом-то деле есть только бесконечность. Поэтому проблема говорить о том, что а как вот оно начиналось. Да, это бесконечность. Материя бесконечна. Мне кажется, то, что мы начинаем с чистого бытия, это то, как мы можем постигнуть это. Да. Но не то, как оно есть. Так я говорю, это само понятие, да, само понятие начинается с чистого бытия. Но понятие материи, то есть мы изучаем материю, конечно же. Ну, да. И тут я не настаиваю, у меня просто что в голову лезет, это говорю. Ну ладно, мы будем изучать. Мне все время казалось, что вот есть вот это бесконечное, а мы как момент материи должны с чего-то начать. Это каким-то образом, как конечное познать бесконечное. Мы должны, грубо говоря, каким-то образом подняться к нему, то есть всплыть наверх. Чтобы... И тогда вот у меня, я помню, когда был перелом того, что я всегда все воспринимал конечным, пытался как-то бесконечным, как будто бы вот наша Земля, и что-то дальше, 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 дальше,
А вот когда было сказано, что все бытие, всеобщий момент бесконечный, то есть поменялся фокус, то есть уже не идет от я и все остальное, а есть, грубо говоря, вот если убрать все вообще, вот только такое остается, ну, отсутствие какого-то точки зрения, что ли. То есть не я и остальное, или остальное я, а все вместе. Ну у тебя получается, если я и все остальное, у тебя получается по ту сторону и по сю сторону. То есть по ту сторону границы и по эту сторону границы. А на самом-то деле нет никакой границы, есть только бесконечность. Или, как мы говорим, есть только материя. И в данном случае безразлично, ты эту материю рассматриваешь туда, за пределы Солнечной системы куда-то, либо вглубь материи проникаешь там в атом, вот мы говорили на одном из занятий. И туда бесконечно, и туда бесконечно. Да и более того, эта бесконечность там она вот есть, а когда в количестве это разбирается, там вообще, ну понятно, это описано, и Михаил Васильевич, как математик, это все очень понятно объясняет, что нет такого числа бесконечности, есть только вот прогресс туда, куда, ну как куда, даже не куда-то. Бесконечность и все. Материя бесконечна. И человечество бесконечное и вечное. Но мы немножечко отдалились. Рефлексия. Ну, зато бесконечность есть в каждом человеке. И, ну, видимо, и бесконечность в каждом человеке. То есть, по сути, определенное количество, когда берется, то одно из этих моментов, это то, что оно отрицает все остальное. Если ты говоришь 5, то это не 6, не 7 и все остальное. И ты в таком как бы в отрицательном виде эту бесконечность и содержишь, которая потом представляется как тоже как число и потом идет дальше в степень, ну точнее в количественное отношение. Бесконечность везде присутствует после того, как мы достигли этой бесконечности, как для себя бытия. Есть только вот бесконечное. А количество – это вот выражение этой бесконечности в той или иной форме. Так вот, рефлексия. Очень важная категория с точки зрения материалистической трактовки науки логики и рассмотрения движения категории как движения материи. То есть сначала материя, вот она дана была непосредственно, она развивалась сама по себе, а вот когда она достигла сущности и доразвилась до сущности, возникла рефлексия. И очень интересно посмотреть, что же будет дальше, когда мы понимаем, что материя – это в том числе и человек, и человек уже не просто эту материю отражает, а там, где мы будем говорить о субъективной логике, он еще и осознает, что он ее отражает. Это будет еще так, как бы еще чуть-чуть выше ступени поднимемся в понимании того, как эта материя движется. Все отражается, да. Осознает только, да. Да, так понятное дело, что все отражает. Именно о том разговор, что все отражает. Материя отражает сама себя. Но в своем развитии она вот этой рефлексии, то есть отражение, достигает именно вот здесь. Потому что до этого у нас... Нет, вот здесь она достигает этого вот уже в субъективной логике. А, ну. То есть, когда мы говорим о человеке. То есть, до этого нам надо еще дойти. Имея в виду то, что мы вообще собирались, и мы это сделаем, начнем с действительности, да? Там будут сложные моменты, там механизм, химизм. И вот только там будет жизнь. Уже субъективной логике, в понятии. А здесь в субъективной логике, а здесь в объективной логике появляется рефлексия. То есть материя отражает саму себя. И через сущность достигает своего существования. То есть опять бытия, но уже такого бытия, которое будет обогащено и всей вот этой сферой непосредственности, то есть сферой бытия, и сферы опосредствования, то есть сферы сущности. И вот это вот уже будет действительность. Как бы еще не понятие, но уже и не совсем сущность. То есть некий переход
который мы осуществим, я обещаю, это будет интересно, потому что мы будем говорить об абсолютном, хотя можно сказать, что абсолютное – это что-то вот, ну, непонятное, абсолютное. Хотя на самом деле там все понятно. Есть только абсолютное, и вообще ничего кроме абсолютного-то и нет. Все, что мы видим, это абсолютное. Ну, или, скажем, мы на кружке материалистической диалектики, это материя. Просто она выступает как теперь как абсолютная. Но это мы скажем чуть-чуть попозже. У меня все на сегодня. Я думаю, вполне достаточно. Спасибо, да.